Всем привет, я Алена, и сегодня у нас наконец-то долгожданный розыгрыш. Да, это розыгрыш. Разыгрывать буду, конечно, не коробку конфет, а то, что внутри. Хотела я его провести на 1000 подписчиков, но у меня уже 2000 подписчиков, так что проводится конкурс уже на 2000 подписчиков. Я также хочу поблагодарить вас за то, что вы меня смотрите, за то, что вы лайкаете все мои видео, за то, что комментируете. Мне очень важна ваша обратная связь. Теперь давайте поговорим об условиях. У меня будет три победителя. Два победителя у меня будет только из России, к сожалению. Если первое место у меня займет другая страна, то я закажу на $15 товары с AliExpress и отправлю на ваш адрес. Я, в общем-то, все условия напишу под видео в инфобоксе. Что нужно для того, чтобы участвовать в розыгрыше? Да ничего сложного абсолютно нет. Просто нужно быть элементарно моим подписчиком. Просто нужно распространить это видео в какие-нибудь социальные сети. Поставить лайк этому видео, чтобы ваши подписки все были открыты, чтобы я смогла это проверить. Также под видео в комментариях вам нужно написать «Участвую», какая страна, и оставить ссылку на социальную сеть, в которой вы распространили мое видео. Вот, в принципе, и все. Также хочу уточнить, что если выиграет другая страна, первый победитель, то я буду отправлять на ваш адрес только ногтевые товары. Я думаю, что это будет справедливо. Так как, по сути, канал-то ногтевой, я думаю, что у меня будут участвовать девочки. Я думаю, что мой канал в основном девочки смотрят. И, пожалуйста, выбирайте товары на ногтевую продукцию, так как я собирала подарок только на ногтевую продукцию. Ну, в принципе, все. Давайте я вам покажу, что будет, собственно, в подарке. Давайте откроем этот ящик Пандоры. Но это всего лишь коробка из обалденных, кстати, конфет. Так, давайте по очереди я буду все вам показывать. Так, если у меня первый победитель выиграет, то он получит вот этот первый подарок. Сейчас я вам покажу его. Вот этот альбом. Хороший, кстати, альбом для прямоугольных пластин без подложки. Вот эти вот такие прозрачные пайетки голографические, обалденные. Я думаю, все их знают. Они супер классные, особенно под матовым топом. Это вообще глаз не оторвать. В общем, классно. Дальше вот такой карандаш из воска, точнее воск, завернутый в бумагу, как я его назвала. Мне он понравился. Две пилочки. Кисточки тоненькие, разной длины. Хорошие кисточки, мне тоже они понравились. Бафик. Перчатки. Блестки. Стразы. Такие голографические. Микс. Хорошие стеклянные стразы. Щеточка. Дальше. Штампик. Он новый, но, как вы, если вы смотрели мои прошлые видео, он пришел со сломанной крышкой, но большинство комментариев было написано, что согласны на то, чтобы я отправила именно такой. Так что отправляю именно такой. Лак для стемпинга Bon Pretty. Вот такой вот цвет зеленый. Не знаю, какой правильно. У меня просто такой уже есть. И пришел в наборе. Вот делюсь, так сказать, им, как обещала. Также вот эти стружка, дождик, не знаю, как назвать, тоже. Я думаю, мы спишемся с победителем, и, может быть, победитель и выберет, какой лучший цвет ему отправить. Ну, в общем, какой-то из этих. Так, это у меня вот этот подарок у меня получит первый победитель. Но если первый победитель будет не из России, то этот подарок автоматически перейдет уже на другой конкурс. И сейчас посмотрим подарок, который у меня получит второй победитель. Ну, я думаю, что не так будет сильно обидно, если будет три победителя. И будут такие маленькие утешительные призы. Это ромашечка. Эта стружка, она под базу.
наносится нефтирка, но мне они очень понравились. Я обязательно с ними сделаю дизайн. Металлические бульонки. Они немножечко крупноваты, но под большие стразы хорошо подойдут. Такая пластина с бабочкой, с красивыми висюльками. Я даже не распечатывала, но я думаю, что она рабочая. Немножечко поделилась тут голографической фольгой. Она обалденная. Также делюсь кисточкой и таким дотсом, потому что у меня их уже много. Это такая кисть, она подойдет для каких-то подмазочков и подмалевках правильно, не знаю. И, соответственно, дотс, у меня их уже 3 штуки. Зачем мне их столько много? Я вот делюсь, так сказать. Трафареты. Слайдеры тоже я выбрала. Классная сакура. Мне очень нравится. Делюсь. Также стразины. Стразы стекло. Хорошие стразы. Пробовала. Магнитик. Тоже у меня их уже 3 штуки. Зачем мне их столько? Делюсь. Блесточки. Альбомчик для круглых пластин. 2 пилочки. Щеточка новая, не пользованная. Вот этот дождик, втирка. И все. Да, и все. Это у меня будет второй подарок. Такой скромный, но я думаю, все равно приятно будет получить подарок. И третий утешительный, так сказать, приз. Да, в принципе, все то же самое, но я вам покажу все равно. Тоже ромашка, голографическая фольга, бафик, стружка. Кстати, баночки вот эти классные. Бульонки металлические, блестки, стразы, стекло. Пилочки, тоже дотс и кисточка, пластина с такими розочками, тоже, я думаю, будет хорошая, тоже не пробовала, трафареты, щеточка, слайдеры, магнитик и дождик. Вот, собственно, и все. Так, ну, акция будет длиться 2 недели, я думаю, все вы успеете. Конечно, я хочу, чтобы участвовали все. Ну, в общем-то, и все. Всем удачи. Не забудьте поставить лайк этому видео. И всем пока-пока.